Всем привет, дорогие друзья! Новости, которые публикуются прямо сейчас, повергнут вас в шок. Почему? Узнаете, просмотрев данное видео. Ну а перед началом не забывайте поддерживать данное видео лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, прямо сейчас на рынке страх. Аналогичная ситуация у нас была здесь, когда мы с вами набирали Тонкоин. Прямо сейчас. Отчетливое время для накопления. Но заработают лишь самые терпеливые. Манипуляторы прощупывают почву постепенно. Нормального хайпа еще не было. К примеру, та прибыль, которую мы забрали на Тоне, это копейки. Всего 3 икса мы забрали. Есть куча других монет, которые себя вообще не показали. На данном этапе фаза накопления формируется. Киты откупают прямо сейчас. Параллельно поддерживая страх, чтобы хомяки ни в коем случае не покупали. Наша цель прямо сейчас – добыть правду. Наша цель – не стать обманутыми. Наша цель – халдить все то, что мы набрали. И наращивать позиции, пока есть возможности. На данном этапе очень много лжи. Правду мы добываем самостоятельно, фильтруя шлак. Такой шлак, как подобные новости. Когда я показывал вам новости, в которых Ноткоин называли монетой, я думал, что это конечная остановка. Но нет. Манипуляторы ищут еще больших идиотов, которые будут данные новости изучать. И в последних новостях касаемо Докса, данный токен называют акцией. Подобное мы наблюдали на Ноткоине, как я уже и сказал. В старых видео мы об этом говорили. И кстати, посмотрите старые видео касаемо Ноткоина. Почти в каждом видео я говорил, что ликвидность впитывается. На данном этапе Ноткоин у нас падает. Поздравляю всех тех людей, которые меня послушали. Спекулятивно мы получили бесплатные токены. О них мы тоже не забываем. Тело депозита сохранено. И кстати, данное тело депозита сейчас можно влить в Докс. Так как Докс имеет огромные перспективы. Докс еще не пампили. Докс как колебался на днище, так на днище и колебается. Никому он сейчас не нужен. Манипуляторы подобными новостями проверяют, сколько же хомяков осталось на рынке. Сколько же хомяков держат Докс. Сколько же хомяков намерено покупать, опираясь на мнимый позитив. И по факту хомяков сейчас не осталось. Новая кровь сейчас не приходит. Толпа не интересуется Доксом, потому что Докс просто валится. Да, цену ниже не пускают. Вся эмиссия откупается китами. И китовые валеты мы разбирали. Киты постепенно наращивают позиции. Те токены, которые на бирже заводятся, там и остаются. Хомяки просто забирают халяву. И данные хомяки придут на хаях, когда Докс наконец-то запампят. Толпа принесет в крипту еще больше. И об этом мы уже не раз говорили. Даже те видео, которые я записывал касаемо Ноткоина, являются актуальными. По сути, схема манипуляции не меняется. По факту Ноткоин отличается от Докса только тем, что Ноткоин запампили, а Докс нет. У Докса памп впереди. И опираясь на это ожидание, мы с вами и покупаем прямо сейчас. Помимо отсутствия пампа касаемо Докса, сейчас формируется страх. А страх — это наш друг. Тонкоин мы откупали на страхе. Почти год назад. Просмотров было минимум. Откупать никто не хотел на страхе. По 2 бакса Тонкоин был никому не нужен. Да, на то время Солана стоила 23 бакса. Откупали Солану мы по 13. И об этом тоже есть видео на канале. Когда крипта на днище, она никому не нужна. Просмотры на данном видео начали набираться только тогда, когда Тонкоин уже запампили. На данном этапе Тонкоин стоит 5 баксов. И на пиках он подходил к 8 баксам. Вот банальный пример откупа на страхе. Не дайте себя обмануть, дорогие друзья. Новости пишутся для идиотов. В новостях Докс называют акцией. И это, кроме смеха, у меня ничего больше не вызывает. В новостях нам подселяют иллюзию, а не правду. Рынки двигают манипуляторы. На рынке есть только покупки и продажи. Больше ничего нет. Все остальное — это иллюзия. За счет новостей манипулируют толпой, вызывая определенные эмоции, которые выгодны манипуляторам. Вся правда в ончейне. Наша цель – откупать вместе с китами. На этом все. Альткоин сезона у нас еще не было.
цикл еще не закончен. И в предыдущих видео мы об этом подробнее говорили. Мы уже разбирали биткоин, и мы уже понимаем, чего стоит ожидать дальше. План не изменился. На данном этапе я откупаю. Откупаю я не только докс. Я откупаю то, что имеет огромную перспективу. Я откупаю то, что себя еще не проявило. Покупаю я примерно на таких отметках. Покупаю я до пампа прямо сейчас. Да, дорогие друзья, на данном этапе возможности есть. Используйте их. Анализируйте фондовые портфели и подбирайте то, что подбирают киты. Если вы не понимаете, что необходимо делать, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. Проходите 5 закрытых курсов, получайте все рабочие инструменты и набирайте по моим спискам, которые я здесь уже опубликовал. Фундаментальные принципы неизменны. Я на рынке с 17 года, и я понимаю, о чем я говорю. Используйте рабочие инструменты. Не доверяйте новостям. Вся правда в ончейне. Повторяйте действия за китами. И в конце данного цикла вы окажетесь победителями вместе с китами. Все максимально просто. В закрытое комьюнити набор еще открыт. Доступ оплачивается только один раз. Цена доступа снижена. Ее вы сейчас видите на экране. Кому интересно, присоединяйтесь. Пройдем данный цикл вместе. Касаемо докса, набор продолжается. Ценовой диапазон у нас не изменен. Манипуляторы не пускают докс ниже. Без пампа данный проект не умрет. Когда докс запампят, не говорите, что я вас не предупреждал. Возможности есть, и их необходимо забирать прямо сейчас. Дерзайте. Надеюсь, новости вас тоже повеселили. Подобные новости будут изучать только истинные идиоты. Я рад, что вы не в числе подобных. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, если подписаны. Ставьте лайк, если поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья.